Рост цен на продукты питания – ощутимый удар по бюджету большинства населения республики. Для стабилизации ситуации правительство Карачаево-Черкесии проводит ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, а также организует рейды по магазинам. Подробности у Али Баташева. Полки магазина «Перекресток» заставлены различной продукцией. Но из всего широкого ассортимента проверяющих интересует борщевой набор. И такие продукты питания, как хлеб, овощи, молоко, крупы – все то же, без чего невозможно представить стол обычного россиянина. Участники рейда внимательно изучают ценники и выясняют руководство магазина другие необходимые сведения. Даже небольшой рост цен на продукты питания – ощутимый удар по бюджету пенсионера, считает жительница Черкесска Юлия Зенина. Должна быть господдержка какая-то, понимаете? Должно быть контролирование цен. Почему не контролируют цены? Почему это никому не интересно? На 8,6 подняли, а фактически это инфляция больше 20%. В республике на сегодняшний день по поручению главы республики Рашида Борисовича Тимрезова создан оперативный штаб по стабилизации экономики республики, недопущению роста цен. Осуществляется ежедневный мониторинг цен на товары первой необходимости, в том числе продовольственные и непродовольственные. На все факты превышения цен будет незамедлительная реакция. Все факты будут направлены в органы прокуратуры и ФАС России. Главная задача оперативного штаба по экономическим и финансовым вопросам правительства Карачаево-Черкесии, чтобы ситуация на рынке потребительских цен на социально значимые товары оставалась стабильной. И для этого будут использоваться все предусмотренные законом меры. В частности, статью 14.31 предусмотрены оборотные штрафы на лиц, злоупотребляющих своим положением на товарном рынке. Оборотные штрафы берутся от валовой выручки за предшествующий год. То есть не от прибыли, а от той выручки, от того дохода, который получила организация за предшествующий год. Данные санкции составляют для лиц от 1 до 15% в зависимости от тяжести совершенного нарушения. На сегодняшний день поводов запасаться впрок продуктами питания нет, считают в «Перекрестке». Товара хватит достаточно надолго. Сейчас машина приходит у нас через день. Недопоставок никаких нет и не наблюдается. На распределительных центрах товара тоже достаточно хватает. Еще именно здесь, в магазине, у нас товара есть, продовольственного товара в районе 2 месяца, непродовольственного на 4 месяца. Нами был проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания, предусмотренные постановлением правительства 530-м. Каких-либо колебаний цен на социально значимые товары и продукты питания нами не зафиксированы. Мы проводим по рекомендации Федеральной антимонопольной службы, мы проводим мониторинг только в федеральных торговых сетях. Мониторинг цен на социально значимые товары будет проводиться ежедневно, говорят в правительстве республики. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия.